Привет всем, дорогие друзья! Сегодня я вам расскажу о том, как сделать жестяную банку и как сделать скотч. Зачем скотч? Потому что в следующем видеоуроке я хочу показать, как сделать пристань. А для пристани нам понадобится просто уйма скотча, потому что там будет использоваться совершенно другой фундамент. Итак, для того, чтобы сделать жестяную банку, нам понадобится металлолом, два металлолома, и за инструмент мы берем молоток. Из двух металлоломов мы получаем одну жестяную банку. Теперь, для того, чтобы получить скотч, нам нужно скрафтить одну жестяную банку и две шкуры. И мы получаем скотч. Итак, у нас есть 16 скотчей. Что ж, на этом видеоурок заканчиваю, и в следующий раз вы все-таки узнаете, как построить фундамент для пристани. Ну что ж, пока!